Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами готовим суп грибной. Для этого нам понадобится 300 грамм грибов, у меня вешенки. Также одна морковка, одна картошечка и маленькая луковка. И также воды 1,5 литра, у меня маленькая кастрюлька. Вот, нашу воду мы пока что ставим, доводим до кипения. А тем временем разберемся с нашими грибами. Такие вот у нас грибочки, режем их не совсем мелко, но режем. Режем так, как вам удобно. Ну вот, мы и порезали наши грибочки. И теперь мы отправляем их в кастрюлю с кипящей водой на 20 минут. А тем временем займемся с вами морковкой. И наша морковка. Так. И все вот это мы отправляем к нашим грибочкам. Разделяем ее пополам. Так, ну вот мы с вами порезали картошечку. Ее тоже отправляем в кастрюлю с нашей морковкой и грибами еще где-то на 20 минут. И сейчас мы с вами будем резать лучок. Вот, лучок мы с вами порезали, его тоже отправляем в суп, варим еще 20 минут. И наш супчик будет готов, и скоро мы с вами его будем пробовать. Так, ну вот смотрите, наш супчик готов. Еще также я положила лавровый лист, сразу забыла про него сказать. Здесь у нас картошечка, да, морковка, грибочки, лучок вот плавает. Можно еще укропчик добавить. Вот, вот такой вот он насыщенный получился. Гущи много. И давайте его попробуем. Так, возьму я вместе с картошечкой. Вот, и лучком. Лучком. Вот он, лучок. Пробуем. Грибов здесь достаточно. А картошка с морковкой прям нежная. Они прям такие мягкие, такие вкусные. Я боялась, что морковь, думаю, вдруг будет слишком жесткая, потому что, видите, я сделала слишком длинную. Но нет, она такая прям нежная, мягкая, лучок тоже. И грибы такие прям очень-очень вкусные. Так, давайте бульончик еще с вами попробуем. Бульончик прям такой грибной-грибной, такой ароматный, такой вкусный. Обалденный. Прям суп очень мне понравился, очень вкусный. И лучочек такой прозрачненький стал. Вот, суп настоялся еще у меня вдобавок. Вот. Смотрите, и грибов здесь прям достаточно. И картошки, и морковки. Всего много, и бульончик тоже есть. Вот, очень вкусный супчик, мне очень понравился. Готовьте вместе со мной, я надеюсь, что вам тоже очень понравится такой супчик. А также вы можете написать в комментариях, что еще вы добавляете в такой супчик, помимо зелени, может быть, что-то еще. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы живем с сыночком, отдыхаем, путешествуем, развиваемся. А также обзоры на наши на продукты, на технику. То есть продукты из фикс-прайса, Победы, Светофора, из обычных магазинов. И там очень-очень много-много еще интересных всяких плейлистов. Обязательно посмотрите. Также кулинария, да, живопись и все-все-все много. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!